Всем привет! Меня зовут Наташа Гром, и я очень рада видеть всех вас здесь, на своем канале. Сегодня в видео у нас день со мной, но так это называется. Рассказ про группу из 80-х, которую наверняка знают ваши родители. Скорее всего, они знают. Видео немного странное, но это идет такой рассказ о том, что было в этот день. Вот. После того, как я сняла эту группу, я поехала снимать Машиного сад. Был Новый год от клиник. Было очень интересно, было очень весело, очень много людей пришло в атриум. Была возможность сфотографироваться в шаре новогоднем. Также была возможность видеть Машиного сад. Ну и там купить какие-то подарки, я не знаю. Вот. Поэтому давайте просто покажу то, что случилось со мной за один день. Итак, речь в первой части этого ролика пойдет о замечательной группе, которую явно помнят ваши родители. Как насчет вас, я не знаю, но родители, поверьте, уж точно знают. Да, и мои родители тоже слушали ее, и моя мама очень любит. Army of Lovers появилась в 1987 году. Стали знаменитыми благодаря своей экстравагантной внешности, яркими костюмами и очень запоминающимися клипами. Как вы понимаете, Леди Гаги тогда еще не было, а армия любовников, как она переводится на русский язык, были очень-очень популярными. В этой группе основным составом сейчас Доминика Печинский, Жан-Пьер Барда и Александр Барт. Ранее в состав группы входили еще две девушки, но они сейчас уже покинули эту группу. В этот раз Москву шведская группа посетила с концертом, на котором они выступили хедлайнерами. И если вы вдруг смотрите телеигру «Что, где, когда», то часть их композиции звучала именно там. Так что я очень благодарна своей судьбе, что мне удалось их поснимать. Sorry, I'm late. I think I'm looking for you. We must go. Hi. Meet you. Yes. I will be able to have a partner inside it also. Is this right size? Right size? Right size? Right size? Wow! You're gonna wear it for the show. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having us. We need to go outside. Yes. Can't you jump in? And my camera? This is a camera. Yes, yes. Where's Jean-Pierre? Did he go? Yeah. Okay. For the fan page, and we only have 5 minutes left. So we're gonna let Alex and Olga have the interview with us. And then we have to go to the stadium for the rehearsals. So we are overwhelmed with everybody coming here today. We expected maybe 8 or 10 people to show up. So, and we're very grateful that you took the pictures with us outdoors. And we've now done the diet on the Twitter space. Thank you for Да, очень холодно, да.
сказать спасибо, потому что калории потеряли, пока там было. So you will all look great after met our love. Все прекрасно. So thank you so much for coming. Thank you so much. А вот во второй части пойдет речь про такого известного блогера, как Машу Новосад. Маша Новосад представляла Новый год от Клиник. Это очень замечательная косметика, замечательная продукция. И Маша в который раз посетила в Москву и, кстати, рассказала свой основной секрет, что она скоро сюда перебирается из Санкт-Петербурга. Вот такие вот новости, так что смотрим на Машу и слушаем. Главное, что это является позитивный и креативный человек. Очень ждали, ждали этой встречи и рады, что ты к нам сюда добралась. И сейчас будешь радовать нас не только с экранов наших гаджетов и телевизоров, но и, конечно же, ваучи будут тобой наслаждаться. Здравствуй. Слышно? Маш, ты, собственно, приехала буквально сегодня к нам сюда из Петербурга, правильно? Да, пару часов назад. Пару часов назад уже. Ну, ты довольно часто бываешь в Москве. Вообще, расскажи, поделись нам, с нами, с москвичами, нравится тебе ли Москва? Готов ты вообще сюда может приехать жить? Поделись настроение. Кто вообще из Москвы? Многие из вас знают, наверное, что я раньше не очень люблю Москву, как типичный петербуржец, но да, чем чаще я стала сюда приезжать, тем больше стала любить людей, город, и да, я планирую переехать. Нет, вы первые об этом узнаете, так что... Да, так что я полюбила город вообще за людей, за атмосферу, и еще раз за людей. Количество, и у нас уже такое же количество времени, как у Бейонсе, так что время действительно всегда есть. Силы. Как твоя семья относится к тому, что ты делаешь вообще к твоим видеосъемкам? Ну, периодически в твоих видео они появляются. Да, мама. В общем, как они на это соглашаются? Ну, поначалу серьезно никто не относился, потому что я сама поначалу особо серьезно не относилась, но сейчас они спокойны и они рады присутствовать в видео, особенно потом читать комментарии про себя, как там у них что не так лежит. Но я думаю, что сейчас... Видео с Пашей, особенно это любимое видео большинства людей, не нравится. Что вам больше всего нравится? Видео про ежедневник! Мне нравится, что есть вот этот баланс, что я снимаю абсолютно обо всем. То есть, если я, скажем, устала уже от косметики, я могу снять чайный блог. Если я устала от разговорных видео, я могу снимать блоги. Вот. У меня нет такого, что конкретно что-то я люблю, но я могу сказать, что самое такое для меня успокаивающее, это как раз вот разговорное видео, когда я могу просто с вами поболтать, ответить на вопросы, не знаю, рассказать, как мой день прошел. На самом деле это не новая любовь, я любила блог с детства, но начала заниматься только на первом курсе, второй, третий как-то прошел мимо, и сейчас я снова уже более серьезно начала заниматься этим, с тренером, так что, не знаю, я чувствую себя более сильной, более мужественной, что, мне кажется, иногда тоже полезно девушке. И, не знаю, приятно осознавать, что ты можешь на себя постоять. Что касается макияжа, как можно больше блесток, яркая помада, брови. Главное то, чтобы держаться весь всю ночь новогоднюю. Да. Например, ну вот этот оттенок, я его полюбила, собственно, с нашей съемки. Это black liquid, все украшает. Да. Собственно, я его ношу, мне кажется, на стол сейчас. И опять же, очень-очень много блесток. Много-много блесток, да? Ну, и тогда вот совсем про Новый год. Как зарядить себя новогодним настроением? Что нужно делать, чтобы прям вау-вау-вау? Ты прям вырываешь мои видео на декабрь сейчас. Окей, музыка. У меня есть свои ВКонтакте, плейлисты новогодние, рождественские, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд. Ты просто можете пить Элла Фицджеральд, Christmas, и все. У вас есть часовой плейлист. Фильмы, разумеется, я просто на стол включу рождественские эпизоды «Друзей», «Секс в большом городе», «Харри Поттера» и «Коньки». Мне кажется, ничто так не говорит «Рождество», «Новый год», как «Коньки». Ну, окей, много просто. Не знаю, если ты видела мое видео в Инстаграме, когда я делала так, но это, пожалуй, чересчур. То есть, когда пол, не знаю, для меня реально ежедневный макияж, это все глаза в блёстках. Я, наверное, не тот человек. У тебя сейчас вполне ежедневный вариант, мне нравится. Есть куда расти, да, в принципе, можно больше. Окей.
Окей, негатив. Это вещь, к которой я отношусь, мне кажется, спокойнее всего в своей жизни. Если что касается на YouTube негативных комментариев, я, по-моему, говорила об этом, но когда мне было лет 16, у меня был маленький дурацкий период жизни, когда я была просто несчастным человеком и тоже оставляла негативные комментарии. Соответственно, я знаю, откуда идут эти люди, я знаю, что несчастны в этот момент, и все, что можно сделать, это просто посочувствовать им, как-то, может быть, помочь, но точно не обращать на это внимание, не принимать лично к сердцу. Вот и все. Я никогда об этом не думала. То есть, мне кажется, с этим вот реально это любовь, это страсть и желание идти на телевидение, она у людей прям чуть ли не с детства. Например, у Леры Любарской, она всегда мне говорила, что она хочет на телевидение. Но у меня такого никогда не было. Я хочу быть в кино, на сетах быть. То есть я пока не знаю, хочу я снимать кино или продюсировать, но хочу быть именно в киноиндустрии. В следующей встрече дождемся, тем более, если Маша к нам сюда в Москву переедет, я думаю, у вас будет еще возможность с ней повидаться. И, друзья, в общем, подходите, заряжайтесь позитивом от невероятной, потрясающей Марии. Итак, давайте по одному человеку заходите. Супер настроение. Зарядилась позитивом от Маши? А кроме позитива что? Счастье. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я очень рада, что вы остаетесь со мной, то, что вы это смотрите. До скорых-скорых встреч. Пока.